семье, смотри, ты идешь до профа вместе с профом, Библ идет с профа и вместе с Личом. Джайну вдвоем. Так. Что за это, не понял? А я когда отдыхаю? Ты не хотел. Ну, значит, я спрашиваю, тебя спрашиваю. В смысле, меня никто ничего не спрашивал? А ты спрашивал, что ты за чаем пошел? Спрашивал, да. Лёха сначала Артемию предложил, она молчала, потом тебе, ты молчал, а Бабл тут как тут нарисовался. Можно лучше его до профа? Артемия, это предлагали, ты тоже где-то... Даже три раза. И разница, что можно еще... Давай, у меня сейчас голова болит, я просто думала, что меня сейчас придет, пока я посижу, подержу. Ладно, окей. Библ, заходишь, позовет тебя Библа. Да, Вага, окей. Убейте танка, и сколько на плес? Сегодня большей степени, сегодня большей степени. Открываем доступ с рука 25 хм. Для резких хм людям, которые мне надо будет. Это и, допустим, те же самые твины, которые, ну, которые реально... Потому что у нас реестр друидов особо нету, дополнительный реестр друид, твин мешает. Кто знает, где сало? Ну-ка его на костер, блядь, где он? В Украине. По поводу покупателя. Сейчас на Украине, в каком именно городе? Покупателя сегодня. У Насти два, все, у Вази один. Все, больше нету. Ну, если цветение никому не надо, у меня там есть. Цветение надо. Ну, тогда... Продам душу за пояс. Принимаете? Все, короче, тогда три покупателя на сегодня, если больше нету. А чего стоит твоя душа? Три покупателя. Тухлый, кто-то, Лич и все. Гена, 100 долларов мы договорились. Да, Вага, ждать. А с этого стуку и с этого слича, что там? Вага, ты завтра в Доваледе не сможешь своим фантом? Я дам ассиста. Только на это. Прилег, только девочки начали. Я в поле загоняю, блядь, за пояс там. Ну завтра, завтра зайдешь-то, сложная, босс. Завтра за... Заодно, если что, на Джайну оставим. Хан, говорите. Эй, вот эти кнопку пол. Рыблю ставлю. Тисы, командуй параду. Побыстрее. А ты зайти похилить не хочешь? Адмирал сейчас зайдет на реестр друида, пятый слот для реестр друида. Кто зайдет? Адмирал. С мазафакера. Там доступ. В смысле, у мазафакера есть ордру? Да. Есть. Ты серьезно? Я просто его не заметил. Причем... Причем фулловый. Да, практически. У него есть пояс? Ушел. Мазафакер. А если нет, то сейчас будет. Сука. То самое чувство, когда Гена говорит, что ему пофиг на поезд, но все равно спрашивает. Амир, зато я с поездом с ребром. Ой. Пока что на трэше в 4. Настя, скажи только, чтобы не левал. Уже у босса? Адмирал, где ты зашел? Чтобы не левал. Ну я по воздуху без данных заходить не умею. Так а я Фоне сказал, чтоб скинул. Сейчас скину. Не, Фонь, завтра. Сейчас скину, я понял. Сейчас. Я наспекнись пока на первого босса в хила. Пройдет тебе без... Мы и меньшими хилами проходили. Три хила проходили. Когда нас там Лёха... Да вот и хильте. Сань, заходи в Дискорд, я тебе скину логин, пароль. Ну и хильте тогда.
вчетвером. Чё, давайте проверку, бафы. Чем быстрее, тем лучше жить. Олимп. Долорес на тело у тебя, если что. Сколько у тебя осколков? Чё там, рожайте уже быстрее. Олимп, алё, приём. Ссать на него. Алё. Так, ладно, отчет. Ладно, давай. Про Еру не забудьте. А ты ваш на рейд сегодня куда прошел? Лока. Сорфан. Поднимите, пожалуйста. Что там не хотел в хила? Ноги? Да я что-то не выспался, я удоваряли устал. Что-то сложу за слаг. Мы сегодня Келли убивали в минус 2, потому что какой-то хак не зашел вовремя. Целка вообще в минус 4 или в минус 3 он шли. Это, сегодня, как я поняла, ДВшный рейд прошел Ока и до Сулфанга целкашку. Ну да. Что-то я не заметил, мы без демона, да, сегодня? Типа на Келе у нас было сколько РДД, по-моему, штук 6 или 7. Жена, ну если ты в Дискорде, завтра целка будет. Скорее всего. Гена, скажи, пожалуйста, этот бомжар, который там Лич Сталкер, он был сегодня на РДД? Кто? Чё? Ну, Лич Сталкер? ДКшка, Лич какой-то. Да, и был. Был. А что? Я просто пару шмоток надо оттуда продать. Но когда приходит бомжи... Что вы будьте вы неладны? Жена, мы закрыли Сурфанга. То бишь первый квартал.
Но это были твои проблемы, то, что ты вышел. Тебе нужно было уходить. РТ был до 4. Эй, ты про чё? Ну, жена, типа, на замену просится, ему говорят, что в ДВ. А, всё понял. Какая замена? ДВ рейд ещё не закрыт. Там это, на зафагер зашёл. Блять. Ёб твою же ж мать, а? Элдерл, меня можешь поднять. Пока трэш, адмирал, настраивай для себя все. Спасибо. Так, тут, и короче, с задонами вожусь. Слышь, Ген, тут, короче, хант, который обычку ждет на завтра. Мне тут пишет, типа, боится, что мы в обычку пошли без него. Афоня, запусти стрим и скинь фофуделку. Запустил. Не, уже нормально стрим. Че, Леха, ГП в прямом эфире, что ли, хоть? А у Долореса что, кривой? Но. Не прямой. Я не видел Долореса просто. Да, он Долореса есть, может, не запускать. Я в Дискорде запустил. А ты у тебя, адмирал, ты покупал себе это, да? В Дискорде? Нет, я тоже могу делать стримы, я ничего не покупал. Нет, я имею в виду, мне кажется, мне казалось, что ну, 1008. Я там посмотрел, 720 идет. Лучше бустануть сервер. Адмирал, настроил? Вроде да. Бустануть сервер и 1080 показывает. Все, короче, я выключил. Пускай вон. Надо именно сервер. Кто на рыбе? Я. Наверное. У тебя есть? Ставлю, да. Нет, я просто, если никого нет, я... У меня 6 штук осталось, я их здесь доюзаю, и это потом запустить. Шкаф, потом рыба. Полина, там твое огромное... Беда бедовая. А шмот-то не переодета, ёб твою мать. Банки, что? Не знаю, нет, вроде в кармане. Ищи, если в банке, иди делай, я похилю. Аркус, травмы нет. Там нет управления экипировкой, что ли? Нету. Я говорю, тревога. Ботинки с резом. Зайди и пока сделай, давай убьем это. Так, только время тянешь. Да ладно, уже почти сделал. Да запускайтесь. Идол смени. Сейчас тут еще одно колечко. Так, танк. Дайте лапку. Значит, Коват слева и на трэш. Гречу справа первые два, Норглец задний боковой. Третья группа слева, четвертая справа. Левый моб Коника, ему помогает Мозер. Правый первый Ход плюс Френзик. А тут в этом второй моб не лишний. Редвар и Войден. Бабл твой задний с напом Нурглет. Вага, босс, если что, свечишься. Вопросы?
отсчет. Контроль 5. Ты не в сил противиться моей воле. 8. Опа-на, что это было? Забили хуйный контроль. Сову бью. Справа маг. Рэнди, гречку подними. Справа скелет, маг. Милики. Жопа. Пафон. Войден. Контроль, блядь. Два скелета справа. Великий, свечу. Довольно. Пришла пора взять. Ух, господи. Перевели, блядь. Духи в центре один. Контроль, контроль, лема. Поднимайте его в дух, поймали. Поднимай, дай две. Зайти. Дух в центре, прям. Макс Бер есть. Кресты, гимноман. Мазафакер. Духи. Не мою. Я уже сдавал. У меня есть, у меня есть. Умность, поднимайте. Не рождаете, что ли, ёп. КД. Чё мелики по мобам не играют? Да хотя бы мобов не ловите, этих духов. Вроде босса заливаемся. Подождите. Урод! Да не, нормально, когда здесь. Бомжей сдайте их босса. Очень похабные леди. ГП, ГП, ГП. Я думал, у нас давай было сложно. Что было? Да просто пофигу всегда, никто ничего.
духов сразу. Вначале что, поумирали, я не понял. Гречка умер или что? Даже гречка умер. А, там, по-моему, коту контроль не дали. Кот контроль. Я бабу успел лягушку дать после того уже, как он кинул молоток. То есть там сразу несколько человек прибили. Я не знаю, нужен ли осколок Мазафейсеру, и залетит, залетит. У меня... Ну, если никому не надо, пускай берет, пускай будет. Вака просто в саппорт ушел, у меня два вихря. Я пытался. Он залетел, значит нет у него. Теперь есть. Договор, стоп. Основа ушла, да, остальная? Ну, я остальная сестина. Нет, просто помогал. Здесь лут тебе скидываю. Здесь кому что-то со шмотом надо говорить, лут у меня. Меня слышно в Дискорде? Да. Нет. Повару кулак дайте. Рыблю ставлю. Пианист. Вага, ты тут? А чё, он не запустит всё равно? Нельзя отдавать ему, нельзя как этому человеку отдавать лицо. Что, надо давать ему? Чё, коу? Не, Гевка, давай это. Тихо спиздил и ушёл? Нет. Иди отсюда. Кш-кш. Да блядь. Если я маленькая, значит мне можно отбирать то, что нет. Я могу на тебя встать, и тебе не видно. О, Маша не... Да блин. О, Сантей без голов. Сантей без голов прогонит. Сейчас забагаем и все. Нам ГП дадут. Это моя пушка. Афоня, ты типа как на этом, на острове, да? Поставил маунт. Чтобы никто не сел. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас ворота перед Саутфлангом! Дима, это было жестко. Ски забагали, ну спасибо, ребят. Я не знаю, я не заметил даже, кто там стоит. Повис. Я читал сообщение Димы и на него обидел. Огонь!
отвис. Да, работает, я релогнул. Кому-нибудь надо, нет, говорю, лучше. Здесь. На корабле тут прям все под ноль вырезаете. Я уже стою, просто земной шок муради накидаю. Тебе бить некого, да? Да вообще. Что-то я подбахиваю. Прям злые какие-то. Нурглед, походу. Короче, надо свалить из корабля на всякий случай. Нормально. Ты завис или чё? Ну, меня подвисают периодически на корабле что-то. Mm. Дискордишь, всё нормально? Ну... А, понятно. Теперь ну, корабль. Да, сейчас... И провода завис. Лестница, Нурглед. КД а по френдик, а все, окей. Пускай там остается. Да, окей. Ну это было близко. Да нет, там френдик бы в коте полежал бы на нашем, а полковат бы улетел. Кстати, забавно, я вроде ближе всех Мурадину был, а он не на меня побежал, а на других. Видимо, не бил. Не, я его стоял на него, земной шок кидал по КД. У меня там даже агро, по-моему, 6% был. Да не умыс, не надо никому. Мне надо. Иди со своими этими соулами развлекайся. Я не понял, да чё так... Чё за наезд? Это претензии. В сундуку никого покупателя нет? Открывай. Там на... О, всё ты. Как у Якубовича, понял, там овощ лежит. Чё-то номер два. Деньги или приз? Кому тебе что-то надо? Настя, может быть, сменит тебе наконец-то пыль, блядь? Даже я бы ее взяла.